Ситуация с ЕГЭ 2017 года прояснилась. В контрольно-измерительных материалах по четырем предметам уберут тестовую часть. В остальном ничего нового. Отказом от тестов, изменения для выпускников будущего года и ограничится. Эту информацию в ходе рабочего визита в МРИЛ озвучил заместитель руководителя Рособорнадзора России Анзор Музаев. Все подробности в следующем сюжете. Республика Мариэл начала участвовать в эксперименте по проведению ЕГЭ с 2001 года, став одним из первых регионов, где начала внедряться подобная система выпускных и одновременно вступительных экзаменов. И мы не можем умолчать, что с каждым годом сдачи ЕГЭ у такой формы аттестационных экзаменов появляется все больше противников. Основной аргумент – с 9 по 11 класс школьников натаскивают только на экзамены. Преподаватели активно учат своему предмету только тех, кто этот самый предмет сдает. Остальным они ставят оценки автоматом, зная, что им все равно в последующем учебе это вряд ли пригодится. Да и многие ответы школьники могут просто угадать. Поэтому в ЕГЭ вносятся изменения столь часто. Впрочем, сейчас то, с чем столкнутся выпускники 2017 года, уже стало известно. Демоверсии по всем предметам опубликованы у нас с 1 сентября. Все пусть готовятся по ним спокойно. Буквально вот до моего отъезда состоялись методические советы по всем предметам. Демоверсии по всем предметам прошли общественное обсуждение на сайт Федерального института педагогических измерений. Там в день по несколько сот тысяч заходов у нас статистика есть. Мы не получили практически никаких предложений или замечаний по всем предметам, ну, по структуре контрольно-измерительных материалов, по содержанию. Те предложения, которые были нами, были обязательно учтены, то есть и те демо-версии, которые были опубликованы, они фактически в том же виде и утверждены методическими советами. То есть надо просто спокойно готовиться к экзамену, но еще в декабре будет сочинение, написать его достойно, чтобы получить допуск к итоговой аттестации. Одной из целей визита заместителя руководителя Рособорнадзора в Йошкар-Олу стала и проверка качества образования. По словам Музаева, в МРИЭЛ на протяжении недели работает комиссия, в основную задачу которой входит ежегодный контроль за системой как школьного, так и высшего образования в республике. Республика и до посещения мы знали последние годы, статистика, достаточно крепкий регион, сильная система образования. В многих вузах выпускники представлен достаточно достойно. Во всероссийских олимпиадах есть очень много призеров по различным предметам. Сегодня мы посетили и школу, где я работаю, с и одаренными ребятами, и ребятами сельской местности. То есть это заслуживает уважения и говорит о том, что это результат не просто работа там семьи отдельная, а работа системы образования в целом совместно с семьей, сообществом, с вузовским сообществом. В рамках своего визита Анзор Музаев посетил Центр информационных технологий и оценки качества образования, где принял участие в совещании с руководителями системы образования Республики Мариэл. Там Музаев обратил внимание на некоторые моменты организации и проведения ЕГЭ 2016 года и задач на 2017 год в контексте развития именно региональных систем оценки качества образования.